Друзья, сегодня мы попробуем с вами немножко пофрезеровать. Но я вот это вот материал, это гитинакс. Я не стал ставить железо пока, но принципиально все одинаково. Фреза строгает нормально. Вот. Мы, значит, выставили фрезу. Вот. Открутили. Это мы уперли. Вот эту фрезу мы в состоянии вот так вот, смотрите, вот мы уперли, вот, вот этим вот движением вот этого штурвала мы уперли, потом чуть-чуть вниз отвели, вот, это значит мы уперли вот на этот уровень, вот, теперь мы подходим к лимбу, вот мы открутили, вот здесь вот есть стопорочек, вот стопорочек вы видите, наверное, ну, плохо видите, наверное, ну, что-то видите, вот, мы, значит, вот на эту рисочку мы вывели на ноль, так, на ноль, и закрутили, мы вот этот стопорочек закрутили, вот, теперь, значит, из моей практики расскажу, я все время беру по полмиллиметра, это значит, вот так вот, 0,5 ставим, все, теперь мы, значит, я поставлю камеру вот сюда. Теперь я посмотрю, выключилась она или нет. Ой, окей, она не выключилась. Теперь мы, значит, подводим сюда, чуть-чуть выводим на эту сторону, чтобы хорошо шло. 5 миллиметров мы ввели. Так, ну мы сегодня будем вручную. Ну это мало оборотов, мы поставим, переключим вот на это выключатель, поставим 200. Извините, я пойду очки возьму. Я одену очки, чтобы отличать кое-что от бочки. Вот, поставили мы, значит, 200. Вот 200 выставили. Все, 200 оборотов. Включаем черную кнопку и погнали. И вот вы, наверное, видите, как поперла кружечка. Она хорошо придет полмиллиметра. И в моей практике, я вам говорю, лучше по полмиллиметра брать. Это, во-первых, фрезу не насилует с помощью. Так. И подачу. Подачу. Вот сейчас мы с вами поставим подачу. Вот мы подвинули. Мы поставили подачу. Вот. Включили вот этот вот рычаг, если вам видно. Вот. Включили. И оно само пошло. Видите? Крутится. Вот, крутится. Сама все крутится. Само идет. Подачу я, наверное, поставил маленькую. Ну ладно, пойдет, да? Значит, я объясняю. Для того, чтобы не насиловать фрезу и дольше ей пользоваться со мной заточки, к примеру, то надо поменьше подачу ставить, меньше скорость, как таковую, и обороты небольшие. Тогда фреза не будет греться. Understand? Вот. Ну все, мы прошли. Вот. Теперь мы выключаем, выводим опять, выводим вручную, потому что на этом ускорителя нету, чтобы он работал. Выводим опять немножко сюда, внизу, еще 5 миллиметров. Вот. И проходим. Еще раз. Включаем. И все поехало. Представляете? Все едет, едет. А куда едет? Я тоже не знаю, какую. Сейчас мы один раз проедем и завяжем на сегодня. Принципиально-то вы поняли систему, как это делается. Включаешь, это крутится. И все. Главное, ну, на определенный материал есть, можно подбирать скорость. Это там выбор богатый скоростей и подачи, и оборотов. Так что в процессе работы можно все опытным путем, все достигается опытным путем, все достигается упражнением. Итак, вот мы прошли, мы закончили. Теперь отведем вот так вниз и выключим. Все. На сегодня вот. Ну и берем вот эту метелочку.
И вот так аккуратно, нежно, как ленивый человек, сметаем все вот сюда. И видите, станок почти чистый. Станок почти чистый. Чистота на форте. Это главное, как и в медицине. Поняли? Все. Мы ведерко это всыпали. Все. Итак, друзья, сегодня урок мы провели один. Для начала мы не будем спешить. Спешка нужна, сами знаете, при ловле блох и когда, допустим, жену соседа любишь. Все. В других случаях спешка не нужна. Understand? Все. Спасибо за внимание.